Медицинская модернизация. В медуниверситете открылась лаборатория коллективного пользования. Теперь карагандинцы о своей болезни будут знать заранее. Этому помогут 3 роботизированных комплекса, которые позволят получить результаты быстро и качественно. Населению при различных патологиях будут оказывать консультативно-диагностическую помощь опытные научные сотрудники. Подробнее расскажет наш корреспондент. Медицинский кабинет создан в рамках реализации государственной программы «Саламатты Казахстан». В нем обеспечен полный цикл исследований от пробоподготовки до получения конечного результата. К слову, исследования будут проводиться на уровне международных стандартов. Лаборатория будет принимать участие в работе лаборатории наш Национальный центр гигиены труда и ПРО заболеваний. Также будут заниматься ученые не только с этих центров, аспиранты, магистранты, докторанты, но и практические врачи, которые занимаются наукой. Также лаборатория оснащена 3 роботизированными комплексами, что позволит максимально повысить качество и скорость получения результатов. Наша лаборатория принимает участие в программе внешнего контроля качества на протяжении последних 6 лет. При входе в лабораторию вы можете увидеть, собственно, сертификаты о нашем участии. И это, пожалуй, до последнего момента была одна из немногих лабораторий, которая работала по программе внешнего контроля качества, что, в общем-то, опять же, позволяло нам гарантировать нашим коллегам высокий уровень результата, получаемых нашим. А что касается стоимости обследования? О платных услугах по населению в данный момент решается вопрос об использовании ресурсов нашей студенческой поликлиники. И поскольку мы являемся единым практически подразделением, то по всей вероятности этот вопрос будет решен положительно, мы возьмем на себя часть госзаказа. Нельзя не отметить, что в лаборатории есть ультрасовременное оборудование. Со слов представителей медицины, лаборатория начнет свою работу уже в ближайшее время. Рамгуль Салкимбаева, Бауыржан Алипов, Марат Культенов, Первый Карагандинский. We'll be right back.